Так, включилось. Да. Друзья, привет. Не знаю, что со звуком. Надеюсь, звук есть. Да, уже лайкаем, что приятно. Погода, да, здрасте. Ну, слава богу, видимо, звук есть. Минск на связи. Привет, Минск. Звук есть. Ну, слава богу, как давление, слушайте, как космонавты, даже чуть пониженное, 110 верхнее. Стас, привет. Стас, здрасте. Уфа на связи. С Владивостока, привет. Да, привет, Владивосток. Сколько вешу? 111 вешу. И очень хотелось бы столько и весить, потому что тяжело держать. Шумит улица, сейчас закрою. Ой. Все, не шумит улица. Больше не шумит. На турнике занимаетесь? Нет. Могу на нем повисеть, когда спина болит. Нет, облацию еще не делал, но она достаточно дорогостоящая. Наверное, буду квоту получать на нее. Но посмотрим. Челябинск на связи. Привет. Да, с Алтая респект. С яковиной выйдет. Не знаю. Слушайте, сняли вчера еще с мышцами РФ, с Димкой, наверное, как там бодимания. Смонтируют его, обещали к субботе. Я не знаю, к субботе вот к этой или нет. Какое мясо кушаю? Любое. Вот. Солнышко на турнике делаешь? Нет, я даже вешу с трудом. Нет, не делаю. С Омска привет. Привет, Омск. Бицепсы в студии. Стас, как здоровье? Да неплохо. Но на самом деле чувствую я себя лучше, чем в реальности есть положение вещей. Но ничего страшного. Ни на кого плохого ничего не сказал. Но у меня нет никаких претензий никому. Поэтому классная майка. Да, спасибо. Нет, я живой и пока планирую в таком состоянии. БЦА лучше 2.1.1, да, лучше 2.1.1, лучше усваивается, по крайней мере. А со Скоромным совместную тренировку он в Москве и в Санкт-Петербурге, поэтому не знаю, как это физически осуществить. Пендоксифилин работает натурал, а какая разница? Он усиливает кровоток, улучшает периферическое кровоснабжение. Какая разница, натурал или не натурал? Пендоксифилин вообще для других целей, не для культуристов придуман. Пасько на тебя плохое говорил, разочаровал. Пасько. Я не знаю, кто это, но раз говорил на меня, значит, у него есть, видимо, основания начинать. Я не знаю, кто это, если честно. Видимо, блогер или спортсмен. Ну, честно говоря, и все равно. Бассейн и баня после тренировки стоят ли? Ну, баня как восстанавливающий компонент, да. Как полноценная баня, нет. Можно ли набирать массу, если будет со сроки работы физически в зал три раза заходить? Наверное, можно. Я думаю, да, надо просто с питанием и восстановлением решиться. Как относятся тренинги, подход в отказ раз в 10 минут? Нормально отношусь. Длина перерыва приема L-карнитина примерно 3 недели. Он деизомеризируется из L-формы, деизомеризируется в D-форму. Она в человеческом организме неактивна. А стоит ли делать подтягивания 3 раза в неделю, чтобы расширочить шасли? Не думаю. Нужно специализацию делать. Кетоны вместо глюкозы в качестве энергии. Ну, на кетоновой диете так и будет. Почему качков в армии нету? Я не знаю, честно говоря. Не исследовал этот вопрос. Приезжать в Киев, спасибо, надеюсь, получится. Как думаете, протеины дадут толк? Не успевает масса нарастить? Нет, протеины не дают толк. Протеины – это дополнительный прием. И то же самое, что спросить, курица даст толк или нет. Протеин не существует для роста, протеин это как строительный материал. Получается удержать массу с вашей болезнью? Да, получается. Зал в Питере, вот этого я не знаю. Слушайте, у нас их сотни, я думаю. Уместно легкое плавание в речке после утренней тренировки, морская зарядка. Уместно, почему нет? Мышцы растут, бока не уходят. Что делать? Если мужчина, вероятнее всего, сдать анализы на эстрадиол, посмотреть, что там такое с вами. Потому что есть подозрение, что может быть повышенный уровень либо эстрадиола, либо пролактина. Какой совет по набору массы? Не знаю, какой совет. Тренируйтесь правильно, питайтесь правильно. Мельдоний на сушке. Ну, к сушке он не имеет никакого отношения. Посещаю ли бассейн? Нет, не посещаю. Можно ли натурально набрать массу после анаболиков? Не знаю, что значит натуральную массу. А бурый рис или гречка? Примерно одинаковый гликемический индекс. Хотя мой доктор настаивает на гречи, но я ее не люблю. А показать бицуху не покажу. Плечевой сустав хрустит и болит после тренировки, как быть? Искать причину, потому что, как говорят техники, слесари, хороший стук наружу выйдет. То есть пока хрустит, дальше будет хуже. Кричу пиано, лично не знаком, ну имеется в виду, как не знаком, фотографировался там, два слова там сказал я ему, он мне, но к его деятельности, ну, он мега медийный, и очень хотелось бы, конечно, блин, быть таким же крутым, но что-то. Басмати медленный углевод, да, считается медленным.
Будут новые видео с вами, три уже снято, может быть, четвертое на следующей неделе. Картошка вредна? Нет, в картошке нет никакого вреда, не знаю. Здравствуйте. Против давления принимаете еще лекарства? Да, принимаю и буду по жизни их принимать. Какой вес сейчас, углей сколько едите? 2 недели без углеводных было, сейчас от порядка 100 грамм углеводов, но для меня это даже многовато. А, вот не знаю, первый раз вижу о том, что басмати есть бурый и белый, естественно, бурый рис, он рафинированный, точнее не рафинированный, соответственно, он более полезен. А белка ем около 200 грамм, может быть, чуть больше. Сколько раз в неделю заниматься надо, вот это я не знаю, тут уж каждый по-своему. Эстрадиол в анализе будет понижен после тамоксифена. Ну, слушайте, я не знаю, если вы используете стероиды, а потом после курсовой терапии видите тамоксифен, тут, наверное, не билет, какая дозировка, не буду говорить, потому что мне прописывал доктор, не дай бог кто-то начнет. Нужен ли амилопектин во время тренировки? Я считаю, нет. Если вы не кроссфитер, не пью лечебную воду, и сейчас пью щелочную воду. Кстати, пишите, какую ожидать. Дима Яковина должен был написать, выложить уже на своем, в своем журнале видео, статью, вторая часть эксперимента. Сейчас используешь фарму? Нет. Болит плечо и хрустит при подтягивании, ты, не успел. Почему пьете щелочную воду? Потому что это полезно. Мне доктор сказал, сейчас пью с коэффициентом 8,2. Возможно, буду на 8,4. Привет из Сочи, и вам хорошего дня, Сочи. Как вы относитесь к Брину? К Ярославу хорошо отношусь, мы дружим, и даже есть несколько совместных проектов. Как узнать, что тамоксифен работает? Не знаю. Смотря для каких целей вы пьете. Вы же понимаете, вы же не просто глотаете тамоксифен. Вероятнее всего, есть причины. Креатин использую? Да, использую. И в натуральном тренинге тем более. Болит плечо и хрустит. Я уже говорил, что я на вашем месте выяснил причину этого хруста. Первые два приема овсянка и омлет, что лучше первым? Ну, по идее, белки бы неплохо закрыть, но утром, конечно, все-таки нужны углеводы. Что эффективнее, ГАК или платформа? Не знаю, мне больше нравится ГАК. Ну, тут уж вопрос выбора. Креатин доли после тренировки не принципиально, он все равно носит накапливающий, аккумулирующий эффект. Разъединимся. Не знаю, я не исследовал этот вопрос. Когда в Москву на семинар, был неделю назад был в Москве у нас семинар, поэтому уже, наверное, не скоро. Болят локти во время тренировки, что посоветуете? Выяснить причину, от чего не болят. Крутой рингтон, да, мне тоже нравится. Что на вас больше, извините, пропустил. Как увеличить медленную фазу сна? Ох, хороший вопрос. Не знаю, слушайте, тут проблема в принципе со сном, а тут еще и медленная фаза. Не знаю, честно, боль в висках, давление было. Причина может быть тренинг в зале? Может быть. Конечно, может быть. Грудку в сыром виде взвешивают. Ну там разница несущественная. Там аргинин понижает давление? Да, понижает. Да, абсолютно точно. А когда обратно в Тай? Не знаю. Мы сейчас на Бали летим. Через неделю, через 10 дней. Нет, через 8 дней. Перестал принимать анаболики. Смогу ли набирать натурально? Не знаю, понятия не имею. Что может составить план? Что-то не план. Картофель вместо риса или гречки? Вряд ли. Как здоровье? Спасибо, хорошо. Хорошего отпуска, спасибо. Стараемся. В родном городе семинар будет? Не знаю. Не знаю. Аргинин полезен во время тренировок? Да что значит полезен или вреден? Он выполняет, он является донатором бустера азота, то есть он фактически предшественником азота, то есть поэтому на 8,4 углевод, 260 грамм белка перебор, я считаю перебор. В Казахстан есть такая идея приехать ближе к августу. Будут ли выводы употребления? Не понял вопроса. HMB лучше, чем БЦА? Совершенно разные вещи. БЦА все-таки дает, замещает глюкозу во время мышечной тренировки. А HMB считается антикатаболиком. Ну вот его работоспособность тоже вот еще такая вот. Бабка надо сказала. Как рассчитать БЖУ? Как рассчитать? По формуле, а как? Щелочную лечебную воду должен только врач назначать? Я не знаю. Мне назначает врач. Я не знаю, кому и как. Как не слить массу в отпуске? Ну, питаться нормально и проводить поддерживающие тренировки. Не надо пахать, как умешенные. Статодинамика, медленное повторение, если новичок и много противопоказаний к тяжелым базовым упражнениям местно. А если у вас все равно есть ограничения, вы все равно не можете делать многоставные тяжелые базовые упражнения. Это в любом случае вам единственный вариант.
В сумме сколько воды получается, где-то литра 3 сейчас выпиваю. Как выйти из плата? Я не знаю, что значит плата. Он в любом случае. Плата рано или поздно происходит, и это нормальное явление, не надо из него выходить, организм сам выйдет. Летом нет аппетита, как не слить свою жидкую форму? Не знаю, вот хороший вопрос, я наоборот жрать постоянно хочу. Ты сейчас относишься к Игорю Гостюнину, его бизнес, вот что-то про Игоря Гостюнина пропустил, не успел прочитать, не знаю, каким бизнесом он занимается. Здравствуйте, хотелось бы посмотреть что-то новое с вами. Три видео снято на прошлой неделе. С Яковиной, с мышцей РФ и мой друг приезжал Паша. Какая суточная норма лицина, не помню. Надо посмотреть. Денег много уходит, смотря на что, я не знаю. У меня нет. Когда лучше делать становую тягу? Я считаю, что в конце. Спасибо, я вас тоже. Собираетесь ли семинаром в Нижний Новгород? Нижний, не помню. Знаю, что по приезду будет Волгоград, знаю, будет Саратов, знаю, что будет еще что-то, не помню. Нальчике, да, очень понравилось. Все-таки это Кавказ есть Кавказ, это круто. Я там ел вкусные всякие пироги. А в Краснодар с семинаром, слушайте, не помню. В Самарской области тоже. Сколько углеводов сейчас? Около 100 грамм, может быть, чуть поменьше. В Волгограде, по-моему, 9 августа, если не ошибаюсь. Как мне похудеть, не знаю, как вы уже худели, вот, видимо, иначе, раз вопрос задаете. Видимо, первый раз был недолго. Любите футбол, за кого болеете на Евро? Ну, за сборную России-то явно не получилось болеть. Поэтому, слушайте, ну, кто там играет сейчас Германия, да, я бы за немцев хотел бы, чтобы они выиграли. Классная команда. Сколько весил, когда первый раз пришел в зал? Я в зал пришел в 1983 году, поэтому не помню, сколько весил. Как долго можно принимать клен, не знаю, я пооберегся бы. Лайк за немцев, что тебя мотивирует? Не знаю, потому что жизнь выставляет все новые требования, и вот мотивирует именно попытаться решить эти задачи. Сколько у меня детей? Дочка у меня 16 лет, ей будет одна. Один у меня ребенок. Вот. Так что погода у нас тут отвратительная. У нас было 32 градуса, а сейчас у нас 15 или 14 градусов. Не знаю, где и как, знаю, что вся Россия измывает, а у нас вот так вот. А как так мало углей у вас? Ну вот так мало, такой обмен веществ у меня. Сколько рабочих подходов на мышечную группу в неделю на сушке? Не знаю. Ваш любимый жиросжигатель, теперь у меня их нет, потому что мне все запрещено. Ну просто все запрещено. А мелдронат принимаю? Нет. Доктор мне не советовал. Ну, по крайней мере, не прописывал. 150 грамм углеводов для сушки весом 96 килограмм нормально. По-моему, нормально. Желатин для коллагена есть или комплексы? Что такое, не понял. Льняное масло натощак каждый день вредно. Имеется он натощак или каждый день? Я думаю, что нет, ничего вредного. Семинары в Беларуси будут? Конечно, будут. С Бали, ну, там 5 часов разницы с Бали. Если там будет нормальный интернет, обязательно выйду, потому что мы будем жить в очень таком прям совсем серьезной вилле, такой 1500 метров, поэтому будет что показать. Минск, да, Минск, конечно, в прошлый раз Минск. Минск у меня прошел мимо, потому что я болел. По какой формуле высчитывать килораж? Формула Харриса Бенедикта. Это единственная формула, которая, мне кажется, является рабочей. Какое кардио для сушки посоветуете? Натощак, интервальное, после тренировки низкоинтенсивно. Клокотский натурал. Я, честно говоря, о том, кто это такой, узнал от вас. Поэтому у меня нет возможности реально следовать его натуралу, не натуралу. Я так понимаю, что это какой-то блогер. Вот. Даже не знаю, с какой страны, из Беларуси или из Украины. Вот. И ничего не смотрел из его творения. Я так понимаю, что если он блогер, то должны быть какие-то видео, поэтому ничего не могу сказать, уж тем более натурал он или нет. Для меня, честно говоря, все равно. Что значит низкоинтенсивное? В смысле низкоинтенсивное? Бывает высокоинтенсивное, да, то есть бывает низкоинтенсивное. По пульсовой зоне, естественно. Монотонная низкоинтенсивная нагрузка является. Алкоголь чуть попиваешь, тебе его можно, да, у меня сейчас аритмия вернулась, поэтому алкоголь мне уже не повредит. Когда мне вернули ритм сердца в норму, сказали, что алкоголь ни в коем случае. Но через неделю ритм сбился. Что за новый бюджет протеин от Optimum Nutrition? Классный.
71% концентрат с изолятом, поэтому самый дешевый, наверное. Чуть дешевле, чуть дороже может будет, чем, не знаю, какой-нибудь отечественный, не знаю, там марку даже придумать какую-нибудь, не знаю. Считаю ли необходимым тестостерон в дозировках ГЗТ для мужчин по 40 лет? Считаю, что надо сдавать анализы, смотреть. Я знаю ли у людей в возрасте 40 лет, у которых тестостерон под 40. Объем рук, не знаю, сантиметров сейчас, не знаю, 49, 48, 50. Не знаю, не мерил, честно говоря, неинтересно особенно. Вот, сейчас другие цели, есть проблемы с лишним, как мне кажется, жиром. Вот пытаюсь вот. Из современных бодибилдеров кого можете выделить? Из наших? Да черт его знает. Мне больше нравится. У тебя часто настроение? Да, часто. Я очень нестабильная психика. Сегодня купил себе успокоительное. По бодибилдерам не знаю. Слушайте, их так много. По отношению к пьюру. Стоит использовать как бюджетное спортивное питание? Нет, не стоит. Тут однозначно. Какие анализы сдавать, чтобы обмен веществ проверить? Гормоны щитовидной железы обязательно нужно сдать. И основные гормоны, естественно. Тестостерон. Ну, я не знаю, кто, честно говоря, не успел. Наверное, если мужчина, то тестостерон, эстрадиол, пролактин. Когда будет новое видео в Ютубе, сняли уже, когда выложат, не знаю. Думаю, в течение недели-двух точно выложат. Это уж однозначно. На сушке какой алкоголь можно употреблять? На сушке никакой я бы не стал употреблять. Не, как бы на сушке все надо брать. Как с жиром бороться? Я как собираюсь? Я традиционно собираюсь. Я делаю низкоинтенсивное кардио. К Шабуне, к Лёше отношусь хорошо. Ну, мы знакомы, естественно, прекрасно, не знаю. Спокойный, в отличие от меня, то есть очень интеллигентный человек. Стоит бустеры принимать, если мне 19 лет? Нет, не стоит. Он все равно не поднимет вашего физиологического уровня, а вам 19, у вас и так тестостерон должен быть наверху. Планы на свой канал имеются? Нет, не имеются. Не хочу. Потому что ваше отношение к пьюру связано с контрактом. В общем, внутри же нет. Ну просто дерьмо есть дерьмо. Как, что же я могу сказать, если об этом известно всем. И я приезжаю в другие города, и когда мне рассказывают о том, что люди возвращают, да, там, с какими-то примесями, что же я должен игнорировать. Да мне плевать, хорошо они. Ну просто я, еще раз говорю, даже никогда не открывал, не пробовал, но... Неспроста компания разоряется, поэтому с Иваном Водяновым, конечно, знаком. Обязательно знаком. Ведь протеины как добавки можно обойтись, если его получать из пищи. Да, можно обойтись, если его получать из пищи. Делайте вебинары с яковиной. Хорошо, постараемся. Какой учебник советуешь прочитать? Я много чего советую. И физиологию, и биохимию, и анатомию. В Тиме трудишься, что такое Тим? Нет. Раз я не знаю, вспомнил, опять пасеку. Опять понял. И он меня вспомнил, да, опять? Или я его вспомнил? Я не могу вспомнить, потому что я не знаю, кто это. Сколько стоит в России, вы пропустил, извините. Подскажите эффективное упражнение для ягодиц. На мой взгляд, ходьба выпадами. Ну, по моим, собственно, не помню, служили в армии, нет. Я служил в институте, учился в институте и учился на, соответственно, на военной кафедре. Вам за 40, молодые девушки заигрывают с вами. Нет, не заигрывают. Видимо, не это. Креатин, дематаз нормальный. Да я предполагаю, что да, креатин делает хорошая компания изначально в качестве немецкой фирмы, называется Креапюр. И если на банке, неважно какой там, дематаз, Сан или Оптимум, неважно, написано Креапюр, это значит реально кайфовый, правильный протеин. Так, что лучше из обычной пищи съесть после тренировки? Пропустил, смотря во сколько она, опять же, и смотря какие цели вы ставите. За кого на евро 2.16? Ну, я бы хотел за немца болеть. Как слово болеть? Включу, посмотрю. Как советуешь тренироваться в такую жару? У нас плюс 13 градусов, у нас нет жары. Так, когда есть жара, у нас кондиционеры, в зале все равно 21. Поэтому, ну не знаю, пить больше, естественно. На сушке читмил эффективен, но я пока не вводил себе мелатонин, что такое? Мелатонин для этого самого, мелатонин. Нет, не использую ни то, ни другое в любом случае. Я имел в виду сманы мужских классов, это вы, да, в мужских классах это я. Сколько стоит новый протеин у вас? У меня лично не сколько стоит, я не продаю ничего. Кардио, жиросжигание, доли после силовой, ну естественно после. Смотрите на попов и коняшек в зале. Нет, не смотрю. У нас нет таких поп, на которые мы с удовольствием глаз бы радовал. Думаете ли, Ром выставит хорошую форму? Думаю, нет.
Optimum Nutrition Series Must стоит брать давно в про, я не в про, естественно. Сказать, это же спортпит на развес, а именно калактамин без вкуса. Ну, если там реально то, что написано, какая разница? Ну, просто он невкусный, гадкий, как и должен быть. Поэтому нормально. Шпаком из Питера знаком, конечно же. Лактамин, как относитесь? Вот я никак не отношусь, потому что знаю, что есть, но втолкать себя для плеч полно или нет, амплитуда, видимо, ну, вероятнее всего, и стат динамики то нет, как угодно, туда. Особенность тренинга в жару. Много пить и все-таки тренироваться в нормальных кондиционированных помещениях. Нужен ли отказ? Нужен. Сколько нулей от Optimum Nutrition? Каких нулей? Не знаю. Творог домашний можно для набора массы или лучше обезжиренный купить? Можно с жиром, это и можно, и нужно, и хорошо. Не надо искать обезжиренное, это безумие. Это все глупости, к тому же, ну реально не бывает. Как я отношусь к перехимическим неграм, химиченным неграм? Во-первых, никто, я не знаю, насколько они за или перехимичены. Отношусь хорошо. Любой человек вызывает уважение, который имеет огромный мышечный объем. Я знаю просто, насколько это сложно. Для диагностики сердца достаточно ЭКГ. Для первичной, да, но ЭКГ показывает всего лишь электрическую переменную, да, то есть как сердце возбуждается, да, зачастую, то есть могут быть больше проблем, как у меня, например. Хардовые, что скажешь об этом продаже? Не знаю, что это такое. Как вес набрать быстро? Не знаю. Если просто вес, много ешьте и все. А если мышцы, то быстро не получится. Вы относитесь к суперсету в последнем подходе? Пропустил. Насчет плеч скажете, что сказать насчет плеч? Извините, пропустил, не успел. Я так. Ну, как бы я читаю быстро, но тебе бывает лень? Бывает. Кофе люблю, но мне нельзя. У меня два вида кофе. Один бескофеиновый, растворимый, другой для кофемашин, он тоже без кофеина. Знаете ли что-нибудь про жнеги крестообразных связок? Много чего знаю, потому что восстанавливал Касаева. Есть такой футболист у нас, не знаю, где он сейчас, в Рубине играет, что ли. 0,5 килограмм веса набирает за неделю, это нормально или мало? Ничего себе. Это круто. Ну, еще раз говорю, чего вы там набираете, я сильно сомневаюсь, что можно 500 грамм мышц набрать. У меня было за 3 недели, сейчас по биоимпедансу показало минус 3 с небольшим килограмма жира и плюс 500 грамм мышц. Это за 3 недели, а у вас 0,5. Как вы относитесь к растяжке мышечной фасции? Считаю, что это бред, честно говоря. Как вылечить связки? Не знаю, надо... гормоном. Что с гормоном? Притрен используете? Нет, я не использую, мне нельзя, в принципе, ничто, ничего, что повышает давление. Ничего. Жим ногами или гак? Для меня гак больше нравится, но жим ногами мне меньше повышает давление, то есть я поэтому сейчас делаю больше. Я уже говорил, Леврони, я думаю, либо не выступит, и найдется повод не выступить и красиво соскочить, но сделать хорошую форму, либо выступит, но там ребята уже другого уровня, там уже... Немножко изменилось. Как детский сад? Так, как детский сад? Ну, намек хоть. Как детский сад? Какой детский сад? Чего не хватило Водянову в прокарту? Спины не хватило. Потерял он спину. У него ширина исчезла. В переднем бицепсе исчезла и двойная широчайшая сзади. Сколиоз. Приседания запретили. Лучшая альтернатива, на ваш взгляд? Лучшая альтернатива жим ногами и как приседы там, где нет вертикальной нагрузки. Почему в Кувейте так жестко набирают? Не знаю, предполагаю, что тут совершенно другие финансовые возможности тех, кто в Кувейте живет, и ну, ни для кого не секрет, что финансовая составляющая серьезно имеет. Как правильно креатин пить? Загрузка или без? Сколько грамм в день? Нет, не надо никакой загрузки делать. 5 грамм в день отдыха и 10 грамм в день тренировок. Где-то 6-7 недель, потом можете отдохнуть 3 недели. Сколько рабочих подходов на тренинге ног? Я считаю вообще, что больше 2 рабочих подходов быть не должно. Но это мое мнение, кто-то с ним согласен, кто-то не согласен, поэтому дело 20-е, еще раз говорю. Как правильно пить цитрулин? Нет, я сейчас пью аргинин, цитрулин не пью. Я не помню дозировки цитрулина, наверное, грамма 3, я могу ошибиться. Как отношусь к Миронову? Нормально отношусь. Ну, как бы, его нынешняя деятельность нормально, так его предыдущий ненормально, но что делать, все люди меняются. Сколько раз в неделю тренируете одну мышечную группу? Один раз. Омега-3 круглогодично, кроме... Почему круглогодично? Я вообще, когда ем рыбу, не ем. Куэнзим на постоянной основе, да. Упражнения для расширения грудной клетки в 30 лет будут эффективны? Вряд ли. Думаю, что нет. БЦА стоит пить во время тренировки или перед и после? Если он питьевой у вас разбавленный, то можете пить на тренировке. Если в виде капсул или порошка, то тогда до и ближе к концу.
Как отношусь к полной безуглеводке последние дни перед соревнованием? Перед загрузкой так и должно быть. Сколько белков, жиров, углеводов в день потребляю? Белков где-то 200, жиров грамм 70, и углеводов от 0 до 100 в зависимости от дня. Просроченный больше много креатин. Да не выкидывать, ничего с ним не будет. Что-то про жюри и прослушал. Возможно ли построить огромный мышечный массив спина бедстановой? Я думаю, что возможно. Ну, почему нет? Как считаешь, для здоровья бодибилдинг или пауэрлифтинг, если это в соревновательном аспекте рассматривать, и то, и другое не соответствует здоровью, а покажите бицепс. Ну прекратите, что дети, дети что ли? Креатин в день тренировки принимать, двое после тренировки? Нет, я бы делал 5 грамм утром и 10, и 5 грамм после тренировки. Качали шею, как относится к этому? Качал шею лет 25 назад, когда был молодым и глупым. Мне казалось, что это круто. Два рабочих подхода раз в 7 дней. Раз в 7 дней? Ну, наверное. Ты прогрессируешь? Не знаю. Если не делать базу, возможно ли стать бодибилдером? Не знаю. Слушайте, как-то не думал я об этом. При наборе мышечной массы как включить кардио? Как так же, как и всегда. То есть об этом говорил Рич Пиано, об этом говорю я. Съешьте чуть больше углеводов, потом идите делать кардио. Тайская каникула 2.16, поедете, если пригласят, буду думать, но вообще мне нравится в Новый год отдыхать, а не заниматься какими-то, не знаю, бизнес-проектами. БЦА круглогодично, ну я да, я использую. Щукина знаю, ну конечно знаю. Видимо, это должно мне каких-то дивидендов принести, что я знаю Щукина. База трата времени? Нет, база не трата времени. Лучшая книга про бодибилдинг? Слушайте, ну у меня столько их, что я не могу выделить лучшую. Что-то по-разному. Вот сейчас вот я вот такую книжку читаю. Очень. Ложникова нет, ложник тренируется не под моим руководством. Хочу похудеть, но не хочу, чтобы грудь уменьшилась. Что делать? Ничего не делать. Все равно будет худеть, потому что молочная железа состоит из железистой ткани, жировой ткани. Поэтому жировая ткань будет, конечно же, уходить. Как относится к углеводному чередованию? Хорошо отношусь. Если не качать ноги, другие мышцы медленнее расти будут. Не факт. О чем пишет книга? О том, какие анализы, что обозначает. Вы сдаете анализы, да? То есть эта книга рассказывает о том, какие анализы вы сами можете. Вот так вот, да? Вот о чем говорят анализы. Любые анализы по гормонам, по крови, по всему. Со здоровьем все более или менее. Ну, все относительно, поэтому обязательно нужно читать книги. Но это каждый для себя сам выбирает. Познавательную книгу для новичка слушайте, я не знаю. Анатомию почитайте какую-то элементарно. Это книжка под автором Рудницкий. Ну, посмотрите, я в Инстаграм выложил. Рудницкий, жим штанги на наклон или жим штанги на горизонтальной скамье, наращивая мышечную массу. Да не принципиально, там угол отменяется и, соответственно. Энциклопедия Арнольда, ну можно, конечно, для начинающих. А какой вес на данный момент при твоем? Какой вес на данный момент при 111 килограмм у меня сейчас? 111, 112, может быть, на 110,5. Какую группу вам сложнее всего качать? Четырехглавую и икры. Какой пульс должен быть для максимального жиросжигания? Не бывает. Есть такое понятие граница аэробного порога. То есть там, где аэробный, превращается в анаэробный. Вот именно там и должно быть. Ну, у кого где она? Форма Димы Крылова этим летом, как вам? Димка здоровый, молодец. Я рад за него. Вот. Поэтому могу пожелать ему успехов только. Как тренера подготовите в тройке? Не понимаю вопроса. Без знаков препинания подготовлю в тройке чего? Почему, по-твоему, сборная России плохо играет в футбол? Да потому что козлы они. За такие деньги, которые им платят, я не знаю. То есть, пускай бы они чем-нибудь другим бы занялись. Мотивации у них, видимо, нет. Когда за такие деньги не мотивируются. По поводу цельных яиц, вредны ли они? Нет, не вредные. Попасть под вашу опеку, чтобы подготовили, научили азам. Ну, если вы, не знаю, написать, я не стараюсь сейчас больше спортсменами не работать, поэтому... Кого считаете фаворитом на Московской Олимпии? Я даже не знаю, кто будет выступать, если честно. Сколько и как бегать при натуральном тренинге на сушку, чтобы сильно не погореть? Начинайте с какой-то минимальной цифры, смотрите. Не стоит из-за... Так, не стоит из-за творога что делать?
не знаю, если у вас что-то не стоит, есть книга Силуянова, есть книга Изотон, но она такая очень примитивная достаточно, гораздо интереснее. Так, по поводу Мамаева и Кокорина, это два персонажа, которые пили шампанское в Монте-Карло. Ну, не на свои деньги они пили, 250 тысяч долларов, это же тоже, или евро там насчитали, да? Они же не, все-таки не аллигаторы, они там, ну, зарабатывают, но пивасик, ну, вот я думаю, что пивасик, конечно, не самый хороший вариант алкогольного. Я говорил, что жим штанги наклона головой вниз, это физиологически лучше для груди, ну, я не могу спорить с Яцем, я не знаю. Достаточно отжиманий на прессы, турник, плюс 10 километров бега, чтобы иметь хороший рельеф, наверное, да. Смотрели видос Немагии. Про что? Смотрел какие-то видосы, да, но вот про что конкретно не знаю. Сколько в неделю тренировок, сколько с 5 часов. Стараюсь часов 8-9 спать, тренировок. Ну, я обычно на 2 дня улетаю, вот сейчас в Орел уеду, обычно где-то 2 дня отдыхаю, то есть 5 дней тренировки, 50 грамм коньячку на раскачку, перед выходом на сцену можно, можно, но мне не нравилось, у меня стоял посередине, и мне становилось только хуже от него, поэтому лучше. Аргинин, пентоксифилин, тринтал, не знаю, все что угодно. После того, как похудел дефицит, нужно прибавлять калории. Я не знаю, вы, откуда это, нужно или не нужно, если вас устраивает, все, не нужно ничего. Занимаюсь 6 лет, при этом не бросал курить. Прогресс хороший, влияет ли курение? Влияет. Как отдыхаешь, тренировок разгружаешься? Я часто уезжаю в другие города и даже страны, поэтому там отдыхаю. Можно тренировку спины делить на 2 дня, ширина, толщина? Можно, но, на мой взгляд, сейчас не самый лучший, вот такой, не самый современный. У меня травма есть. Ну, по-моему, травма у меня... суть уже даже. Правда ли, что печень из свинины вредна, хоть и больше содержания белками? Не знаю, не знаю. Может быть, я печень крайне редкий. Нет, компьютерными играми не увлекаюсь и никогда не увлекался. Может тренировать груз, грудь 2 раза в неделю, вверх и вниз отдельно. Я бы не стал. Когда видео будут, не знаю, в течение недели 2. Хочу плюс 7 набрать, что посоветуете. Не знаю, какие языки вы знаете. С языками большая проблема. Я учился в школе, когда не учили ничему, в институте был балбесом. Поэтому «Игры престолов» вот не случилось у нас с любви с этим сериалом. Вот. Посмотрел «Барыги» про Эскобара, посмотрел «Родина» первый сезон, посмотрел «Настоящие детективы». Что-то еще. А, сейчас хочу посмотреть «Настоящая американская история преступлений», по-моему, так. Любимый фильм, сейчас вспомню, да, жена есть, лежит на кровати. Любимый фильм «Последний самурай». Что лучше сыграть, грудь трицепс или грудь дельта? Ну, не трицепс, это точно. «Сыны анархии», хороший сериал. Не смотрел, честно говоря. Ну, посмотрю, поищу. Спасибо. Сколько приемов пищи в день? Около 5. Как делать специализацию на грудь, если тренируешь 5 раз в неделю? 2 раза тренировать в разных диапазонах повторений. Жим гантели сидя или махи гантели. 2 разных упражнения. Жим гантели больше на переднюю дельту и меньше на среднюю. Жена спортсменка, да, чемпионка Санкт-Петербурга и призер России. Вице-чемпионка России. Быстро нужно поесть после тренировки, что именно, углеводы, белки. По-моему, белки не надо там смотреть. Посмотреть сериал 24 часа я смотрел с... кто там играет, дай бог памяти. Кифер Сазерленд там играет. Первый сезон ничего, второй нормально, а дальше они уже фантастика какая-то была. Как отношусь к рыбалке в качестве отдыха? Хорошо, но я не рыбак, если честно. Сериал «Побег» очень крутой, рекомендую. Да, смотрел его давно. У нас, по-моему, даже есть российский аналог. Спина бицепс, спина трицепс, что эффективнее? На мой взгляд, спина трицепс. Что важнее, ноги или спина? Смотря где. В соревновательном бодибилдинге, наверное, ноги сейчас вытаскивают больше. Нужны ли разгибания голени после приседания? Ну, не знаю. Не знаю. Хороший вопрос. Наверное, да. Да. Наверное, все-таки да. Но не для того, чтобы добить там, а для того, чтобы как раз закислить все-таки. Играете ли в свободное время в футбол? Нет, нет свободного времени. Что сейчас с Рони? Не знаю, знаю, что оперировался. Как относишься к тому, что в Турцию открыли тур и опять везут из... какой-то, видимо, фарму вы имеете в виду? Ну, слушайте, ну везут и везут, слава богу, чем мне все равно. А есть смысл делать из того одно упражнение настоящую мышечную группу? На мой взгляд, нету. Чем может заменить станово, тяга, штанги, гантели, наклоне и еще что-нибудь? Гиперэкстензия с утяжелениями. Да не надо ничем менять. Не можете, не надо делать. Можно прогрессировать, если есть осложнения на почке.
теперь до 50 грамм белка в день. Ну, тяжеловато будет. Болят дельты при пуловере. Что делать? Ну, не должны болеть. Не знаю, как отношусь к методу стриптиз, дропсет, отношусь хорошо. Ну, надо понимать, что это метод интенсификации тренировочной нагрузки, не более того. Хочу сделать мастера пожима, а потом идти в бодибилдинг, что посоветуете? Да сделайте мастера, а потом будем думать, часто что сложно. Если полиция, еще полиция Гавайев, неплохой детективный сериал. Надо посмотреть, у тебя вешалка сзади. Вешалка, нет, там сзади это, сушилка. Сколько у вас свободного времени в день с таким графиком работы? 2 часа максимум, вот сейчас уже через 5 минут будем закругляться. А какая музыка играет у вас в авто? Радио играет, Монте-Карло. Пуловер нормально прорабатываешь, широчайший. Если вы умеете его делать, то да. Но еще раз говорю, не все умеют включать спину, большую круглую, для того, во время тяги на упражнение пуловер. Но еще раз говорю, вопрос координации и опыта. Кто-то чувствует, кто-то не чувствует. Некоторые грудь качают при помощи пуловера и прекрасно ее чувствуют. Я всегда расценивал его как упражнение на широчайшую, ну точнее на большую круглую мышцу спины. Пуловер в наклоне эффективно, не знаю, как вы имеете в виду, что значит в эффективном наклоне. Не могу себе представить, наверное. Если выбирать одну добавку, изолят, конечно, потому что все-таки изолят решает. Вы большой молодец, мой кумир, спасибо. Творог с арахисом можно. Ну, если вы едите и то, и другое, почему же нельзя? Путешествие в Виктлан интересно, только сегодня мне принесли, буду читать. Если спина стоит, есть смысл в доп. День подтягивания. В другом режиме есть смысл. Тяга рейдера плюс тяга блока сверху имеет смысл, как суперсет? Да, имеет. Классная схема вообще. Самое неощутимое. Какое упражнение? У меня хорошая мышечная координация. Я, в принципе, что делать с туннельным синдромом, не знаю. Пройдет, вероятнее всего. Да, сегодня делал кардио 1,5 часа, сейчас тренироваться буду. Вот сейчас в 6 часов через 40 минут. Сразу после тренировки быстро углевод работает или нет? Я считаю, что это 20 век, когда после тренировки ели сладко и рассчитывали, что там запасы гликогена там будут быстро восполняться, все это чушь. Так как научиться подтягиваться, вот ни меньше, ни больше, скажи суперсет на спину. Посмотрите, не могу придумать, потому что я работаю в том зале, где, например, там десяток камеров на спину стоит. И от того, что я вам подскажу сейчас подойти от вертикального хаммера там к горизонтальному, ну вам это все равно ничего не скажет. Не знаю, в каком зале вы занимаетесь и какие снаряды вы используете. Пищевой желатин для суставов, но он, к сожалению, не гидролизованный, очень плохо усваивается. Как автомобиль для вас лучший? Не знаю, слушайте. Хотел купить Мерседес, но буду другую все-таки покупать, потому что Мерседес ломается, как выяснилось. В чем разница изолята и концентрата? Такая фантастическая, неужто концентрат так плох? Нет, неплохо, изолят просто очищен от дополнительных балластных примесей. Меньше процент лактозы и гораздо выше, соответственно, там, процесс усвоения. Ауди, слушайте, вот не моя эта машина Ауди. Вот шел разговор о Мерседесе и Ешке, да, и вот Камри, Тиана новая и Мондео новая. А, и Volkswagen еще новый. Не знаю. Наверное, все-таки это будет новый Mondeo. Не знаю. Посмотрим. Пока еще такой вот дилемма. То есть надо на всех поездить. Посмотрим. Optimum Hydra Whey достойно, да, достойно. Что лучше кушать перед залом? Ну, за 1,5-2 часа углеводы есть. Как-то кризис отразился на тебе финансово? Да, ну, конечно, отразился. На всех он отразился. Но... пока как-то так более или менее, к счастью. Так, пропустил что-то там от бывшего дилера. Тиана 33 не годится или что там? Там у них же есть 2,5, 3 литра и 3,0. То есть посмотрим. Лучшая приправа для грудки. Ну тут уж вопрос на вкус и цвет, не знаю. Какая должна быть амплитуда до плеч? Смотря какой режим тренировки вы, еще раз говорю, выбираете. Статодинамический, укороченный. Если в классическом варианте, то полная амплитуда, но без расслабления желательно, чтобы не было фазы, когда мышцы выключаются из работы. Мультипару креатин стоит покупать? Я думаю, что да. Биопридин для суставов, но если у вас есть проблемы уже имеющиеся, так нет. Как вы готовитесь к соревнованиям
по Men's Physique, да, но стараюсь этого не делать. Сейчас вообще спортсменом не хочу работать. Топ-3 добавки от тебя работающие. Омега-3, изолят сыворотки и креатин-мангидрат. Вот три добавки, которые для меня вообще просто работают, приработают. Что-то пропустил я там письмо. На массе кардио надо натощак. Ну, я делал натощак, гейнер или протеин. Лучше протеин, сделайте из него сами гейнер. Добавьте, что хотите туда. Яблоко, банан, я не знаю, овсянку, все, что хотите. БЦА, знак вопроса. БЦА, отвечу восклицательно. Почему делаете жим, уже есть наклон более лучше для плохо развиваемой части груди? Я не делаю. Как у вас плечи лучевая? Ее нет. У меня нет плечи лучевой. Плечевая есть, лучевой нет. Совмещать утреннюю пробежку и тренировку вечером возможно, необходимо ли увеличивать угли? Ну, наверное, да. БЦА работает, БЦА, что написано, то и работает, ничего другого там нет. Креатин, 5... если 5 грамм, то желательно утром, да. Вторая 5 грамм после тренировки. 10 грамм перед тренировкой, не знаю, как не слить в армии, я не служил в армии, извините, не знаю, как там кормят, какие тренировки, есть возможность тренироваться или нет. Особенность на сушке вкратце. А нет никаких особенностей, тренироваться нужно тяжело. Именно тяжело, потому что на сушке как раз именно тяжелая тренировка. Да, она атрофирована, мышца, она не удалена, она сама иссохла. Потому что ЗМА рабочий на ночь, да. Цинк, магний, В6. Станово обязательно для спины? Нет, не обязательно. Говорят, омега-3-6-9 эффективнее, чем просто 3. Это неправда. 6,9 вы получаете в избытке, а омега-3 вы вообще все здесь, в том числе и присутствующие. Если не едят красную рыбу морскую каждый день, то они все находятся в дефиците. Тренировка утром примерно 10 часов. Это нормальное время. Ну а как, если вы тренируетесь? Нормально. Почему пропало желание работать спортсменами? Да неблагодарный этот труд. Выигрываешь, они думают, что выиграли они. А если он проигрывает, он считает, что тренер виноват. А зачем мне это надо? Я не хочу. Есть люди, которые себя позиционируют как тренера чемпионов, они реально это делают, а мне плевать на эту составляющую. Мне гораздо интереснее работать с обычными людьми. Гинка каждый день пить, да, гинка белок пить каждый день. Как пить креатин, я уже говорил, 5 грамм в день отдыха, 10 тренировки. Какая нужна пауза между отказными подходами, смотря в каком режиме. Льняное масло, как омега-3, хорошо принимается, там нету двух основных незаменимых жирных кислот. Или они практически отсутствуют. Дикоза пентоеновая, дикоза гексоеновая. Слушайте, вот заговорился. Онлайн сопровождением занимаюсь. Именно подготовкой к соревнованиям стараюсь этого не делать. Сколько грамм употреблять омега-3 в день? Физиологическая норма 1 грамм. Я употребляю около 6 сейчас. Добрый день, Чехов. Привет, Чехову. И вам, естественно, привет. Вначале креатин загружать, не надо его загружать. Креатин, чередование, месяц спить, месяц отдых. Можно и так, но можно отдыха 3 недели сделать, это будет достаточно. Ничего там такого лишнего не будет. Вот. Так что сейчас, наверное, буду закругляться, потому что надо кушать. Силовая статодинамика лучше выбрать для гипертрофии обоих типов волокон. Ну, сейчас, да, уже новый термин, силовая статодинамика или высокая интенсивная. Супам или борщам? Отношусь хорошо, но не ем. Ну так уж получилось. БЦА с протеином после тренировки или раздельно? Раздельно. Что самое тяжелое в удержании формы, как у вас, круглогодично? Ну как, тяжело именно диету держать. Как примерно выглядит онлайн-тренинг с моей стороны? Так же, как и с любой другой стороны. Два человека, один сидит с одной стороны экрана монитора, другой с другой, они общаются на тему, которую, там, не знаю, по плану. В Челябинске, да, я тоже буду рад видеть, недавно были, поэтому Кирилла Гогэ, где-то он пишет, если я не ошибаюсь, еще раз говорю, по-моему, в изнанке фитнеса, да, если это он, то читаю периодически. Кардио постоянно без ВС, что такое ВС? Сожжет мышцы, не знаю, что такое, вы топ-блогер, счастья вам и близким, я не блогер, но спасибо. Есть ли смысл БЦА перед, во время тренировки? Есть. Не надо там никаких там наделять каким-то сверх... Тем самым, но есть. Возможно ли получить от вас консультацию? Да, я в скайпе периодически консультирую. Но только в одном случае, если мне это интересно. Потому что составить программу тренировок там из 3 снарядов для занятий дома, мне это не очень интересно.
я занимаюсь, то есть, естественно, разумеется, это оплачивается, но даже при наличии оплаты я занимаюсь только тем, с кем я хочу заниматься. Поэтому в основном это люди амбициозные, которые хотят сдвинуться, решить какие-то поставленные задачи, а не просто подкачаться с уровнем занятия полгода или год. Нет, БЦА не вырабатывается, нет, какая-то толерантность, по крайней мере, я не слышал. К тому же вы бьете, болеете ли вы нарциссизмом, думаю, что последние годы уже нет. БЦА же вы пьете только на тренировке, тренируетесь 3 раза в неделю, какая толерантность? Ну, условно говоря, то есть 4 дня вы не употребляете, 3 употребляете, нет. Лекции планируете в Украине? Ну, после последнего раза собирались, но вот сейчас почему-то как-то вот немножко отложили пока. Хотя были планы. 2 часа кардио в виде футбола как-то влияет на набор масс? Думаю, что да. Люблю ли дорс? Да. Дорс это круто. Дорс это вообще офигенно. Вообще, те, кто, видимо, вы рождены тоже в 70-х, дорс, Юту, Depeche Mode, что там еще? Мик Джаггер, да полно, то есть Дарт Стрейтс. Все это. Правда ли, что в виноградном в красном вине есть фермент, подавляющий ароматазу? Не знаю. Pink Floyd, разумеется. Не знаю. Привет, Тверь. Не знаю. Ну, надеюсь, буду. В прошлый раз я как-то пропустил случайно Тверь, и вот теперь жалею о том, что не случилось съездить. Так что надеюсь, что буду. Так, друзья мои, надо мне все-таки будет кушать. На нашествие собираешься? Нет, на нашествие, конечно, не собираюсь. Вы что? Я боюсь таких грандиозных скоплений людей. И вообще у меня есть вообще такие... Я не понимаю, каким образом там все выстроено. Мне кажется, все это так хаотично. И не дай бог, что там, не знаю, то есть люди там... Тысячи, может быть, десятки тысяч людей, конечно, это все не подконтрольно. А в Краснодар после Волгограда, по-моему, после Волгограда мы в Саратов опять полетим, точнее поедем там рядышком. Вот, в Краснодар не знаю, но наверняка должен быть, в Уфе буду еще, вспомню, на фитнес-конвенции, вот, это будет в конце августа. Да, в субботу орел. Утром выйду и вечером уже буду там. Красноярским планирую, не знаю, насколько это там получится. Обязательно планирую быть. Да, спасибо вам, ребят. Вот, где можно посмотреть расписание семинаров? Я их пишу обычно чуть загодя у себя ВКонтакте, в Инстаграм, в группе. Потому что Energy Diet, что это, не знаю, это вы мне скажите, что это. Спасибо за Арзамас. Арзамас, мы скоро к вам. 13 августа мы приедем в Арзамас. В гости к нашему другу. Там будет много здоровых мужиков. Мишка Кокляев, Сарычев, Маланичев. Мы будем, так что будет такой десант. Я буду, наверное, самым стройным из всех этих мутантов. Вот, так что Арзамас, 13 августа увидимся. Да, Иван, спасибо. В Уфе будет, значит, Казань. Нет, в Казань не заеду. Я думаю, что я в Уфу прилечу утром и улечу вечером. Может быть, на следующее утро. Казань пока в планах нет. То есть просто посетить, да, а семинары не планируются. А хочется очень домой. Так что вот, как к Сидорычу вы относитесь? Нормально к нему отношусь. Мы знакомы в Орел. Один день я буду в Орле. Там будет семинар и обратно. Да, спасибо. Почему Грин не будет на Олимпе, не знаю. Вы мне говорите, что его не будет, а я об этом впервые слышу. Значит, вам виднее, что вы больше в теме, чем я. Вот, так что, господа, спасибо вам большое. Вот, как отношусь к слительным тренировкам и к слительных мышечных волокон Силуяна? По-моему, я единственный, кто относится к этому серьезно. Вы обливались сегодня? Нет, не обливался, и не знаю зачем. Вот, так что давайте-ка на отдых. Я пошел тренироваться. Те, кто еще не тренировался, тоже соберитесь силами и давайте уже собирайтесь. Вот, давайте, друзья, вам здоровья, счастья. И, ну да, видимо, у вас уже ночь, и всего хорошего. Да, спасибо, я постараюсь тренироваться хорошо. Все, и вам удачи, пока-пока.